В Акжаикском районе состоялось выездное заседание Совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при областном филиале партии Аманат. В частности, обсудили состояние школ и актуальные вопросы образования. Был заслушан отчет руководителя районного отдела образования Ербулата Бекмулдина. Так, дети дошкольного возраста и начального звена из социально уязвимых слоев населения обеспечены бесплатным горячим питанием. Будет запущена система идентификационных карт для пропуска учащихся в здании школы и оплаты в школьных столовых. На выездном заседании также рассказали о работе по профилактике суицида среди учащихся. Рассмотрен вопрос создания условий для детей с особыми потребностями в организациях образования. В учебных заведениях нужно обеспечить равные возможности, то есть должны быть тактильные доски. Даны рекомендации по обеспечению безопасности в школах. Эту работу должны выполнять в течение месяца. Она будет на контроле местного филиала партии. В целом, по этим параметрам в области проверены все учебные заведения. Такое же заседание комиссии, как в Акжаикском районе, будет организовано в других.